По инициативе президента Академии Сергея Васильевича Кивалова такой день открытых дверей состоялся в рамках всего университета. А именно сегодня на факультете психологии, политологии и социологии мы сделали такое включение дистанционное для всех абитуриентов, для выпускников 11 классов, кто собирается получить профессии 21 столетия и стать востребованным специалистом, не только востребованным, но и высокооплачиваемым сегодня в Украине специалистом-политологом, политическим технологом, социологом и психологом. Это действительно профессии, которые мы называем профессией 21 столетия. И, наверное, поэтому неудивительно, что у нас сегодня было порядка 2500 участников этого мероприятия. Онлайн к нам подключались из различных областей Украины и задавали очень много вопросов. Это очень приятно, что такая инициатива была поддержана и что сегодня выпускники 11 классов выбирают именно Национальный университет Одесская юридическая академия. Выбирают почему? Потому что, наверное, сегодня самая лучшая материально-техническая база. Благодаря усилиям Сергея Васильевича Кивалова, президента Академии, всего коллектива, создана самая лучшая материально-техническая база. Это касается и аудиторий. Вот мы сегодня онлайн-включение проводили в прекрасной аудитории, и таких аудиторий сотни по всей Академии. Библиотека прекрасная, прекрасный спорткомплекс. И вот это все создает условия, когда наши студенты действительно получают знания, действительно стают профессионалами. Ну, мы сегодня познакомили в рамках Дня открытых дверей факультета психологии, политологии и социологии, познакомили абитуриентов с правилами вступления. Особо хотим подчеркнуть, что человек, который выбирает такие смежные науки, дисциплины, как психология, политология, социология, мы приглашаем, чтобы вы подавали документы на все три специальности нашего факультета. Тем более, что предметы ЗНО, они совпадают. И вы, сдав три, а может быть и четыре теста таких внешнего независимого оценивания, вы сможете поступить на одну из трех наших специальностей, представленных на факультете, и стать высокопрофессиональным, высокооплачиваемым специалистом, психологом, социологом и политологом.